Всем привет, меня зовут София, и сегодня мы с мамой едем в фан-зону. Сегодня матч идет за третье место, и мы болеем за Бельгию. Мы только вышли из дома, а до самого матча, до начала игры осталось ровно 5 минут. Что-то мне подсказывает, что нас не пустят. Что-то мне подсказывает, что ты мне это будешь дорисовывать. Потому что пока у меня какой-то трындец получается. Очень красиво. Прошло 5 минут от матча, Бельгия уже выигрывает 1-0. Вот такая вот огроменная очередь. И сама фан-зона, она за Спасом на крови, то есть очередь идет вот так вот, туда. Мы прошли, мы зашли, зашли. И вот тут находит на противоходе, поймал защитника. Эльназар срезал угол и идеально все исполнил. Игры на 4-й минуте Тома Менье, блестяще проведший матч, забил гол. Мы в концовке уже на 82-й минуте. Эльназар удвоил преимущество бельгийцев. Последнюю желтую карточку по всей части матча получил Аксель Вексель. И вот... Очень жаль, что такое мероприятие такого масштаба подошло к концу. И хочется сказать спасибо за то, что это было в России, и это было действительно очень круто. FIFA 2018, спасибо.